Зачем ты ему деньги отдал? Надо. Зачем? Для чего? Ты не расскажи нормально по-человечески, для чего ты ему отдал деньги? Посидим, выпьем. Что? Зачем ты ему сейчас отдал деньги? Заранее. Для чего? Потому что я доверяю людям. Нет, для чего ты им доверяешь? Чтобы не потерять деньги мои. Так ты их и так уже потерял. Нет, у него не потеряются. Куда они не потеряются? Он что, должен закупить что-то? Да, выпивки купим. Или еще что-то? Саша, ты что ищешь? Себе приключения на задницу? Да, я вижу, что ходишь и ищешь на приключения на свой зад. Потому что ты орешь на меня здесь. Хорошо, я сейчас уйду и закрою дверь. Запрешь меня здесь, что ли? Почему? А, не буду кричать на тебя. От меня запрешься? Да. Вот приняла бы успокоительное. Ты уже принял. Так я вон спокойный, ничего, не ругаюсь, меня ругаешь бесконечно. Даже кошка на тебя вон смотрит, осуждающая. Да что я достал? Уйди уже куда-нибудь. Сейчас я уйду. Достал. Вот я ухожу куда-нибудь подальше. Что ты не ушел до сих пор? Ну я жду, когда он напишет. Что ты ждешь? Жду, когда он напишет. Сейчас пойдем на квартирку. Саша, к Сергею зайдем. Саша, ты деньги зачем отдаешь? У тебя лишние деньги? Чтоб не выпали у меня из кармана. Как они тебя выпалят из кармана? Ты же у меня забираешь деньги. Даю посторонним, все, хватит, не могу. Сколько мне еще? Что мне на улице мерзнуть стоять? На улице мерзнуть стоять. А почему ты к нему не можешь пойти? Он сказал, напишет сейчас. У него, наверное, родители тоже дома злые. Да. Давай. Сейчас. Ты отдаешь посторонним людям деньги. Он пообещал поговорить, что кто-то даст. Кто-то пообещал отдать, что он его лучший друг. Пообещал, а ты уже отдал снова деньги. Потому что ты деньги отдаешь? Капец, что ты докопалась, я? Он тебе не подходится. Он напишет. Ты ему объявку уже дал деньги. Все. Иди собирайся к Сергею. Все, уходи. Иди к Сергею, там или ночуй, или собирай. Там ключи, и пойди обратно. Все. Сейчас я ему напишу. Все.